ухожу, возьму Россию с Европы, связи рву, зову себя Россию, единственный зову, зову себя единственный, зову себя родной, таинственный, воинственный, но каждый раз одной. С восьмерками, с шестерками внутри любой семьи всегда кончались терками сношения мои. Спроси, переспроси меня, душа кровит от ран. Теперь вот это Сирия, а раньше был Иран. Всю жизнь меня бросаете с рождения до седин. Володя мой на заднике один, совсем один. Да что ж вы все поджались-то, европейские вожди? Как нефть всегда пожалуйста, а с дружбой обожди. Для вас я хуже щелочи, ужаснее кислоты. А я люблю вас, сволочи, люблю я вас, скоты. Вы злой, меня не видели, у вас рога во лбу. За Франция, гады пировы, видала вас гробу. Отдельно особая, как водка или квас. Большая, низколовая, как мой чиновный глаз. Аж трескают от злобы, гляди, зарвусь сейчас. Одна, одна огромная площадь. Но надо опять должное, что и коллеги, собственно, российского президента, легитимные, тоже не балуют его. И игнорируют довольно серьезные статусные такие поводы. Вот я один повод сейчас приведу. Давайте сюжет 102. Это 9 мая 2016 года, Красная площадь, ВИП-трибуна. Никто из первых лиц не приехал. Это все вторые, но российские. Кроме президента Казахстана. Ну, как только что Миша пел, Володя наш на празднике, один совсем один. Вот. А ей, значит, политическая основа. Ну, вот президент Казахстана. Везде слыхать. Вот политическая основа, в общем, она напрашивается. Вот, помните такую, конечно, и песню, стих со мной, вот что происходит. Евгений Евтушенко. А, кстати, Евгений Евтушенко был соавтором Димы Быкова. Еще в 2011 году один из первых тоже, как и Некрасов, первых наших соавторов. Но здесь уже он соавтор Арнушин. И, значит, Евгений Евтушенко, если Миша готов, Миша готов. Итак, номер называется «К полковнику никто не едет». Послушайте меня, граждане, не хочет его слушать. Гражданам бы вы... откушать и сплясать, очень ура. Со мною вот что происходит. На мавзолей никто не ходит. Опять стоит вокруг меня разнообразная фигня. А те... кого на праздник звали, они же раньше приезжали. Мне наш раздор необъясним. Опять проплыл, да фиг бы с ним. Со мною вот что происходит. Полки по площади проходят. Гляжу на ровный строй армат, с трудом удерживая мат. Ну разве вам, друзья, подружки мои, не нравятся игрушки? Я больше вас не буду звать со мной в солдатики играть. Понятно даже идиоту. Я в мире не один живу. И если не приедет кто-то, я Ким Чен Ына позову. Со мной вот что происходит. Страна немало производит снарядов, танков, ракет. Им применения дома нет. И мне, скажите, Бога ради, смотреть их только на параде, еще при этом одному? Нет, я реально не пойму.
Я через год на День Победы, и тут я правду говорю, к вам лично сам приеду. На том, на что сейчас смотрю. О, сколько гнусных и подложных претензий, воплей, слухов ложных во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, верни уже в цене на нефть определенность и экономику из жертв.